Где же Синдри мог спрятать любимые инструменты? Где-нибудь повыше? Что ты видишь? Великолепное дерево. Это же любимый дуб Синдри. Наконец-то. Инструменты Синдри. Нужно положить инструменты к останкам Синдри, пока не начались похороны. Последний раз я видела мастера, когда он сидел под своим... Вот, теперь беды не случится. О, вижу, почему тебя считают богом. Лестные речи. Но заслуженные. Герои умирают, но не их наследие. Синдри был героем, и сегодня он пирует в Вальгале, первый из своего народа. Ивальди пришел. От него может быть прок. Я здесь ради меда, а не болтовни. Ох уж эта любовь двергов к меду. Доставили вы мне с ней хлопот. Однако отнюдь не дверг перетряхнул пол Йотунхейма в поисках некоего меда. Да? Я такого не припоминаю. Друг, самое время для какого-нибудь красивого жеста. Например? Как величайший соперник Синдри, ты можешь сказать речь. Это бы... Отстань. Все мы должны порой идти на уступки. Я даже могу сочинить тебе речь. Время утешит страдающее сердце. Подарит надежду, неподвластную смерти. Превратит бурю горя в тихие воды мудрости. Это речь для Синдри или для Бальдра? Бальдр жив. Зачем ему такие речи? Конечно, прости, я не хотел. Ну, ты знаешь. Ладно, я скажу речь. Но на свой собственный лад, а не на твой. Дверги не любят поэзии. И речь можно будет держать только когда зажгутся все факелы. К
Кто знает, когда там дверги соберутся зажечь все факелы. Проще будет, если это сделаю я. Дверги даже оставили мне местечко. Для меня это большая честь. Мой брат, настоящий мастер, он... Я не любил Синдри, а он не любил меня. Но молотом орудовать умел, и зубилом, и пилой. И он знал, как работать с мехами. Говорят, лучше всех. Даже лучше меня. Брок, твой брат был прекрасным кузнецом. Я им восхищался. Мастер Брок, ты устроил Синдри отличное прощание. Он это заслужил. Но неужели он и правда пирует в Вальгалле? Правда. Мне было видение. Пойдем, прогуляемся. А теперь скажи мне, ты готов продолжить дело Синдри? Помощь Ивальди не была делом моего брата. Но борьба с Суртом была. За это его и убили. Его сгубило пристрастие к меду. Вылазка за медом требовала мужества. Это же прямой вызов власти Сурта. Как-то странно ты рассуждаешь. По мне так все ясно. Не припоминаю, чтобы я был тебе что-то должен. Поиск твоего брата едва не стоил мне жизни. И я снова иду на риск. Ради тебя и всего Свартальфахейма. Вздор! Ты ничего не делаешь без выгоды для себя. Я знаю, что тебе нужно. Я все знаю о твоем Бальдре. Я все слышал. Даже когда я в горе. Так что не притворяйся, что ты здесь ради нас. Ты предлагаешь мне забыть о собственном сыне ради вашего спасения? Ну, ты так говоришь, будто... Мне нужно время. Я потерял брата. Дай мне подумать. Ладно? Подумать. Как там Брок? Вдруг он уже пришел в себя. Если нет, надо его подбодрить.
Гринберги могут так много гадить. Инструментов лучше этих ты нигде не найдешь. Не найду? Да я во сне лучше сделаю. Да что ты? И поэтому ты рыскал в развалинах старой мастерской. Да потому что огненные торсы все украли, тупица. Славно видеть, что вы ладите. Ну что, Брок, ты готов исполнить долг? А у меня есть выбор? Взбучка от Бога — последнее, что мне нужно. Надеюсь, это станет началом прекрасной дружбы. Мне нужны лучшие инструменты, чтобы изучить Салакар. А в этой мастерской их нет. Фу на тебя! У меня здесь куча отличных инструментов. Сомневаюсь. Если не знаешь, как чем-то пользоваться, просто спроси. Да это ты у меня будешь спрашивать, как своим... Дверги бронятся, как необычно. Эйса, ты вернулась. Ты водишься с девами огня? О нет, опять. Ну, какие вести? Моя мачеха упряма. Нельзя упорствовать, не вызвав подозрений. Она не проявила интереса? Интерес-то да. А вот желание... Я не понимаю. Салакар практически неразрушим. Чего не скажешь о тебе? Она хочет поймать меня, убить и забрать Салакар. Время на ее стороне. Что ж, нужно развеять ее заблуждение. И начать ей досаждать, пока она не выйдет из себя. Синмара собирается возглавить следующее вторжение. Если я нарушу ее планы, может, она захочет договориться? Звучит рискованно. Однажды мне удалось убить самого Имера. Думаешь, я боюсь риска? Ну, раз ты так говоришь. С чего мне начать? На Афальватмюльне моя мачеха собирает войско. В Йофурсмиде растят боевых зверей. И, наконец, в Дрекоторпе они хранят припасы. Я займусь всеми тремя. Я же тем временем вернусь в Эйтри. Сообщу, когда моя мачеха станет более... сговорчивой. Я вернусь, когда закончу. А вы должны узнать, для чего служит Салакар. Как голодные дверги могут так много гадить? Чтобы решить эту задачу, нам придется как следует подумать. Ладно, я подумаю, а ты просто посиди. Заткнись. Пока мы работали с братом, он ни на что не жаловался. А Мьёльнир? Я тут не виноват! И это подтвердит каждый! Каждый! Ну, конечно. Ничего себе! Кто бы мог подумать? Стоит много трудов. Thank you.
нужно быть осторожнее. Свободу зверям. Покажи мне. Оставь нас. Найти прочих и тоже выпустить. Без этих записей не будет новых зверей. Обойдешься без свинок, Синмара. Я освобожу Бальдра, мы зажарим этих тварей и устроим пир.
Значит, здесь великанша хранит свои бесценные припасы. Сурда останутся без еды и с палками вместо мечей. Придется подлатать. Рагнарёк, когда есть я. Yeah.
здесь Сильмара собирает свое войско. Даже Локи был бы не в силах придумать большей мерзости. Слезы Синмара — это лишь малая часть расплаты за смерть Фрида. Теперь Синмара будет сговорчивее и обменяет Бальдра на Салака, а потом мы с ним его выкрадем. Дверги разобрались, для чего предназначен Салакар. Вдруг от него зависит моя судьба. Рагнарёк неминуем. Его не предотвратить. Уж одно я знаю точно. Что невозможно, то невозможно.
хочешь помочь нам? Что, правда? Прямо так и... А, вот и ты. Планам Синмары конец. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это мне тебя следует спрашивать. Так что делает это устройство? Знать не знаю. Чтобы лопнуть этим альвам. Ни одной догадки? Ну, мы узнали, что там внутри куда больше силы, чем нам сказали. Что там? Начнем с того, что там, представь себе, сидит дверг. Мы его знаем? Нет. Да это и не важно. Хук Двергов не настолько сильна. Даже моя. Ну так и что же в нем? Кто знает, но явно не только Мальви, Кальдер и какой-то там никчемный Дверг. Ладно. А что говорят легенды о назначении Салакаров? Хук наполняют их силой. Но нужны они, чтобы пускать в ход магию. И у каждого Салакара она была своя. Магия? То есть Сейд? Нет, магия альфов. Всеми забытая. Но не Суртом. Есть вести от Девы Огня. Ну? Сработало. Синмара готова на обмен, лишь бы от тебя отделаться. И где? На мосту, ведущем Фейгард. Зажги маяк, и она придет с твоим мальчиком. Сила, что таится в Салакаре, не должна попасть в руки Сурта. Я верну его, но сперва Бальдер. Дружусь без конца. Вчера ночью я... Вернуть Салакар будет непросто. Возможно, мне потребуется помощь Локи. Второго такого вора не сыскать. Мы дурно обошлись друг с другом. Когда я спасу Бальдра, мы будем в расчете. Локи все поймет. Что ж, пора дать знать, что я здесь. Где то, что нужно Сурту? Верни мне сына. Я отдам тебя, Салакар. Встань в центре. Да.
Я с тобой. Я с тобой. Где-то рядом, иначе Морок исчез бы раньше. Давай, стреляй в эту сволочь! Все вместе! За все! За одной из этих дверей. Все заперто. Нужно отыскать ключи. Написано рукой Бальдра. Нет света, только тьма видна. И в ней лишь горе, только горе. Царство бесконечной боли. Лишь отчаяние. Бальдр таким не был. Даже в самые тяжелые минуты. Следы крови. Пленник был тяжело ранен. Но все равно очень силен. Его держали по меньшей мере четверо. Это правда, Кальдор? Ты посмел истязать мою плоть и кровь? Жаль, я не могу возвратить тебя с того света и убить еще раз. За этой дверью таится черное сердце узилища и мой сын.
Крепкая дверь, а на ней череп. Интересно, где же ключ? Вот что мне нужно, чтобы попасть в ту комнату. Жизни, надежды, но не для Бальдра. Сколько зелий мы влили ему в глотку. Его муки были так прекрасны. Слепец, не видишь, что у тебя под носом. Твой мальчик здесь. Его сияние давным-давно угасло. А остальное стенает в Хельхейме. Что ж, твой сын тебя уже заждался? Нет! Змея. Ты не стоишь моих усилий. Дверги и те мужественней. Добейте его. Чтоб тебя, Эйса! Спасибо, Хави! Я наконец избавилась от Эйса! Не сбежи! Всем слушать меня! Я помню, как мой клинок! Наконец-то! Герой Асгарда! Я знаю, что ты скрываешь. Сердце черное, как смоль. Грубое, звериное. Ты прячешь правду под замком. Сторожишь ее. Но тьму невозможно скрыть от остальных. Она сочится, как гной из раны, отравляя все, чего коснется. Не зря тебя Один прозвали лживым языком. Ты заплатишь!
Что ты видел? Все мои усилия оказались напрасны. Мой сын погиб, прежде чем начался мой путь, как он и предчувствовал. Твой сын? Бальдер, сын Хави. Ты знаешь, о чем я. Сбылось то, что было предначертано Бальдеру. Все мы во власти Норн, плетущих полотно наших судеб. И никому не вырваться. Нет, я в это не верю. Меня ждало что-то еще. Почему сон оборвался? Возможно, видение прервалось не само, а было отвергнуто тобой. Быть может, всему виной твой страх. Мне неведом страх. Это не так. И пока ты этого не признаешь, не поддашься страху, не впустишь его, видение не вернется. Иногда... Одними зельями не обойтись. Скажи мне, что делать? Я этого так не оставлю. Это не конец. Встретимся в лесу, когда на землю опустится тьма. Там и поглядим, сколько в тебе храбрости.
новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Thank you.